16 октября во всем мире отмечают День хлеба. Праздник учрежден 18 лет назад по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров. Люберецкие школьники в этот день посетили мини-хлебозавод, чтобы своими глазами увидеть, как готовят главный продукт. Мы являемся, по сути, мини-хлебозаводом, поскольку используем в своем производстве механический способ деления теста и хлеба. И сейчас я вам предлагаю погрузиться полностью в производство хлеба и хлебобулочных изделий. Хлебозавод с приставкой «мини», но с программой «максимум в день». Эта маленькая пекарня изготавливает 13,5 тонн хлеба и около 5 тонн булочек. Здесь полный цикл производства от замеса теста до выпуска готовой продукции. Гостеприимные сотрудники постоянно проводят экскурсии для школьников. Сегодня повод особенный – Всемирный день хлеба. Первое, что мы делаем, мы муку просеиваем. Есть два способа хранения муки – тарный и бестарный. Старный способ хранения. Мы работаем с старным способом хранения. На этот раз гости мини-завода – ученики 9 классов 46-й гимназии. С начала учебного года ребята активно посещают профориентационные мероприятия. Визит на это предприятие организовали представители местного отделения партии «Единая Россия». В рамках нашего партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией» организовали экскурсию в Люберецкий хлебобулочный завод, чтобы показать, как вообще изготавливается хлеб, как он печется, какие стадии есть обработки муки, и чтобы они вообще понимали, что это за профессия. И также ребятам, которым это будет в дальнейшем интересно, было предложено обучиться этому направлению и сюда прийти уже работать. Я думаю, что это полезно. Во-первых, это обогащает наше мировоззрение. Мы будем знать, как это готовится. Ну и просто это интересно и увлекательно. Самое интересное, да, было, когда нам показывали муку, разную муку, и я не ожидал, что там из свеклы будет мука. Школьникам не только показали поэтапное приготовление хлеба, но и подробно объяснили, какие ингредиенты нужно применять, чтобы получить вкусный и полезный продукт. Каждому участнику экскурсии дали возможность почувствовать себя настоящим пекарем. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛТВ.